сегодня такой хренью занимались. Какой? Короче, у нас же тут все лагерь обустроен. Ну и приезжал генерал, сказал то, типа, ну, вокруг палатки мешки лежали. Сказал то, что мешки под солнцем, они, короче, ну, порвутся, все вывалится, будет красиво, некультурно, и, типа, в армии должно быть все идеально. Ну и, короче, мы убрали эти мешки, поставили туда камни, короче, и сказали, камни надо покрасить. Ну вот, красили камни. Серьезно, камни красить? Ну, те, кто не выехал сегодня на патруль, красили камни.